Всем доброго вечера, доброго вечера. Их немножко отодвинуло щеночком, потому что там кондиционер включила. И чтобы не надуло вот подальше, а то прям на них бы дуло. Ой, они очень бодрые, очень резвые, да? Сейчас наели, сейчас еще минут 10 поиграют и, конечно же, уже пойдут спать, да? Малыши-карандаши. Бегуська решила поесть сухого корма, что-то на нее нашло. Роял конин кушает. Обычно она к сухому корму не очень-то хорошо относится. А тут что-то прям захотела. Донечка, звездочка, уже сонная, да? Ей прям понравилось вот здесь лежать. Когда не бегает, не играет, то вот здесь вот навязанные подстилочки. Лежит отдыхать. Он уже все, глаза соловелые, да? Тебе спокойной ночи, Донечка, желаю. Спокойной ночки. Сладких снов. А тут 50 на 50. Кто-то уже прям засыпает. Хвостиком только машет. И так уже все. Тут мам, на ручки меня, я спать буду. На ручки спать. А вот эти двое что-то разбесились. Разбесявкались. Да? А тебе просто на ручки нужно, да? Ой, ты хороший мальчишка. А там, посмотрите, там вон на ночь глядя решила порядки навести. Все пакеты перетрухать, да? Милуся, загоняй ее спать, загоняй. Загоняй, милочка, спать. Донечка, он говорит, спать пошлите. Все притутулилось тут рядышком. Мама вам тоже говорит, я говорю, покушаю, всем вам спать. Знаете, уже в лежаночке возюкаются. Так забавно, смотрите, они сейчас навозюкаются, так и уснут тут. Друг на дружке в повалку, да? Донечка целовальное животное прямо. Прямо сильно целовальное. Ну вот еще сонная мордашка. Прям сонная-присонная. Да, маленький. Ой, даже взвизгивают тут. Ну, а мы всем желаем спокойной ночи, сладких снов. И чтобы всем приснилось что-нибудь хорошее-хорошее. Да, Донечка? Приятное-приятное. Вот ты маленькая звездочка. Всех целуем, обнимаем и спокойной ночки вам желаем.